Всем привет! С вами Никита. Сегодня я буду играть в разные ТНТ-игры. К примеру, Wizards, еще там был TNT Run, еще PvP Run. Не, в PvP Run не буду играть, ужасная игра. И еще буду играть в... Еще одну, я не помню, как она называется. Bow Spliff, по-моему, называется. Да, Bow Spliff. Ну или нет. Ну ладно, давайте же начнем. Кстати... Если этот ролик наберет 10 лайков, тогда я сразу же выпущу новый. Ну, и давайте. Желаю вам приятного просмотра. Так, мы сейчас заходим на TNT игры. Вот тут есть TNT Run. Я обожаю тебя. Заходим. Тут у нас сразу много людей получилось. И поэтому нам повезет. Ой-ой-ой, клавиатура плохо лежит. Надо все поставить нормально. Вот так. Теперь будет удобно. Начинаем. Бежим. Надо, короче, нельзя, чтобы под тобой падают блоки, и ты, нельзя, чтобы вы упали вниз, в самый низ. Типа, тут есть много этих слоев, но все равно нельзя падать вниз. Так, у меня пока что неплохо получается. Как и у всех остальных. Так нельзя. Так нельзя, нечестно. Ну ладно, этого было вообще нечестно. Видели, они глюкали. Это нечестно. Я хочу еще раз сыграть. Требую реванша. Слышь, на раунд какой-то. Начинаем. Так, второй. Вторая проба. Начинается. Давай, бежим. Вот тот. Уходи. Вот тут еще один бегает. Ну, бас! Вау. Ну, зачем всегда падаю именно в конец? За что? Так, тут еще много людей появилось. Начинают повсюду бегать. Тут все меньше места появляется. Так. У меня пока что все отлично получается. Отлично, более-менее. Так, прыжок. Тут теперь пропрыгаем. Здесь, класс. Чтобы когда они упали, пусть они упадут в мою несекретную ловушку. Так, очень сложно. Я тут пробегал почти все. Тут еще 10 игроков. Я выиграю. Я могу выиграть. Нет, он мне прыгнул. Он меня припрыгнул. Ну окей. Давайте последний разок сыграем, перейдем к другой игре. Про TNT, конечно. Так-с. Опа, сразу началось, мне повезло. Так, бегут. Все здесь умрут. Так. У нас пока что получается все. Так. Блин, все глюкает, все лагает, все. Весь мир лагает. Опа, прыжок. Неплохо. Боже мой, что я вытворяю? Вау! Это было круто. Но у меня кончились суперпрыжки. Хорошо, бежим, хорошо. Убегаем, опа. Тут много места есть. Хорошо, буду понемногу отбавлять. Вот так. Так. Но я хочу его подрезать. Вау. Я чуть самого себя не подрезал. Нифига себе, как пропрыгал! Вы это видели? Нет, мы не видели. Ну ладно, выходим с TNT Run'а. Это была очень быстрая игра. Обычно очень быстро эта игра проходит. Перейдем к следующему. Уи, что там нас пикнуло? Вот так. Я хотела еще поиграть в TNT Tag. Тоже классный режим, типа догонялок. Вот так. Уже почти все набрались. Игроки, надеюсь, что я не буду ловец. Надеюсь, что не проиграю. Я в эту игру один раз сыграю, потому что она очень долгая. Надо тут, короче, убегать, пока вас не поймают. Я сразу упал в жижу. Бежим. Меня что-то ударило, но мне не важно.
Я не ловец все равно. Не глюч. Бежим. Круто, бежим. Так, где? Это не ловец. А где ловец? Где ловец? Глюкает все. Убегаем. От чего только убегаем? Не... А, не, вот. Я увидел рожу ТНТ. ТНТ рожа. Убегаем от него. Это ловец. Не глюкай. По-моему, за ним кто-то бегает. Да, это он. Это он. Это он. Бежим. Вот еще один. Что за глюки? Перестань глючить. Нет. Вот тут можно спрятаться. Прячься. Убегаем. Неплохо, кстати, убегаем. Еще пока никто не подох. Второй раунд. Ну, блин, не глюч, пожалуйста. Я тебя умоляю, не глюч, пожалуйста. Перестань. Успокойся. Никто за тобой не гонится. Ты не ловец. Вот тебя никакого ловца нету. Ты крутой парень. Ты найдешь выход. Та-дам! Теперь надо только ждать. Видели тентерожу? Умри, иди сюда. Тентерожа. Я тентерожа, да? Начать. Иди сюда. Умри. Он тентерожа. Бежим. Не глюч, пожалуйста, я тебя умоляю. За мной тентерожа бежит. Означает, что не глюч. Бежим. Что это? У меня пока что получается. Блин, что это было? Я глюкнул. Я так плохо... А он бежит оттуда. Я тентерожа? Какого? А, это третий раунд. Означает, что я тентерожа. Я бегу за ними. Бум. Иди сюда. Я тебя поймал. Ведь. Ты тентерожа. Бежим. О, это жесткая игра. Очень жестко. Ну, перестань глючить. Где ты? Я тебя поймаю. Иди сюда. Бум. Тентерожа. Убегаем теперь от него. Я крутой игрок в эту игру. Убегаем. Ого. Круто. Бежим. Поднимаемся вверх. Как долго? Быстро. Топ, чувак, быстро. Это тентерожа. Это он. Да. Третий раунд. Я живой. Так, я был уже тентерожа. Означает, что в следующий раз кто-то другой будет. Пятый раунд еще не начался. Я победил или нет? Победил? Нет, тентерожа-то бегает повсюду. Валим, уваливаем. Интересно, почему тут так много пшеницы? Чтобы никто не двигал друг друга. Так, где тентерожа? Там никого нету. А, нет, тентерожа. Я увидел его имечко. Уходи. Ну, блин, почему глючит? Не глюч. Я видел ТНТ рожей, поэтому не глюч. Валим. Это уже четвертый раунд. Я обязан выжить. Так. Давай. Тут они все начали уже взрываться. Кстати, это ТНТ рожа, она еще в конце взрывается. Ура! Это уже пятый раунд. Я опять смогу бежать сразу. Не глюч. Тихо. Вот здесь хорошее место. Так, тут никого нету. Я прячусь. Прячемся. Explosion. Goodbye. Ура! Я выжил на пятом уровне. Видите, тут написано Explosion in 0. S. Типа 0 секунд. Я ТНТ рожа. Я тебя видел, чувак. И что? Получай. Я круто бегу. Я не попадаю в воду. И это очень хорошо. Круто бегу. Убегаю как босс. Ни разу не попал в воду. Блин, перестань глюкать.
Пожалуйста, пожалуйста, залезь сюда. Он залез. Молодец, молодец, братан. Брателло, все, они взорвались все. Ха, лол, я их всех рву. Вот, последний уровень. ТНТ-рожа. Я теперь ТНТ-рожа. Теперь ты ТНТ-рожа. Иди сюда. Нет, я застрял. Почти глюкнул. Это нечестно. Так не считается. Экспошен на 12 секунд. Валим. ТНТ-рожа он. Он ТНТ-рожа. Как? Блин, меня поймали. Ну ладно. Я уже наигрался в ТНТ-рожу. Ну, следующий. Окей. Эй! Окей. И последнее, это у нас будет Wizards. Так, вот там Wizards. Ну, сейчас, кстати, посмотрим, если у нас... Ну, давай закончим на эти, на этом. Mystery Box откроем. Если у меня вообще не открывается. Ну, не работает что-то у нас Mystery Box. Ну, ладно. Всем пока, до новых встреч. С вами был Никита. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну, всем пока, до новых встреч. Пока!